вроде все нормально. Я просто начал переживать то, что, возможно, сейчас какой-то апокалипсис будет. Я переживал то, что на меня сейчас метеориты упадут. Или фиг его знает, возможно, какая-то огромная волна цунами сейчас мне в окно залетит. А все это почему? Потому что... Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон! И спустя примерно 4 месяца я решил пройти карту в Майнкрафте. Я нашел прикольную карту, которую мне лично интересно проходить. А если мне интересно проходить, значит и вам будет интересно на это смотреть. А если ты хочешь видеть больше прохождений карт в Майнкрафте, хотя мы и так сами недавно рубрику новую начали, где я отгадываю ваши постройки в Майнкрафте. Рубрика «Угадайка» называется, поэтому все хорошо. Но все же, я соскучился по троллингу. Я решил найти ту самую карту, которая опять будет меня троллить. Карта называется... Не все так просто. Как ты думаешь? И в этой серии, в этом ролике, в этом видосике, или я затроллю карту, или карта меня затроллит. Поэтому сейчас мы будем с вами думать, что же делать. А в первую очередь, давайте сначала отпихнемся из этого лобби куда-то на следующий уровень. Ага, я нажал на кнопочку в чате и написала то, что запомни. Нет никакого смысла в твоей жизни. Хорошо, я запомню. Ага, запомни, да, никакого смысла. Ага, запомни, никакого смысла, запомни, никакого смысла. А, так, да, у меня на голове, конечно же, кнопочка. Кнопочку я ставлю вот сюда, на этот блок, который выделяется, и ты пехаюсь на первый уровень. А что вы думали? Вы забыли, кто здесь бог троллинга? Вы забыли, кто здесь бог троллинга? А? Поэтому не так просто меня затроллить кнопкой на башке. Первый нормальный уровень. Ребят, трусички. Я хочу тебя попросить поставить лайк укус огромнейший прямо сейчас, потому что если мы наберем 30 тысяч лайков в эту же секунду, я обещаю то, что выйдет новая серия. Новая серия выйдет с прохождением карты. Поэтому не будь ленивой сроконтанцией, будь как все настоящие перцы. Поставь лайк, я обещаю то, что выйдет новая серия. А сейчас, вот здесь у меня на голове уже нет никакой кнопки, поэтому я... должен, наверное, буду сломать этот камень с помощью этой кирки. Или что, не могу на самом деле понять, что мне нужно сделать. Здесь есть... Опа! Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Подождите, если здесь есть уголь, что я могу пережарить потом в этой печке? Если я сломаю уголь вот так, то он упадет туда вниз, поэтому давайте я лучше стану вот сюда. Я тогда умру, получается, потому что я упаду с углем. Но все же, если тут Game Rule Keeper Inventory включен, значит я смогу забрать этот уголь. Опа! А так я еще и не умер. А, хорошо, как мне отсюда выбраться? У меня такой вопрос. Да выпустите, сволочи! Закрыли меня в дьявольские ловушки! Оп-оп, вот. Ой. Надо бы еще научиться поменьше икать на роликах, то когда начинаю записывать, по 100 раз икаю, я просто это все вырезаю. Так, хорошо, есть уголь, есть кирка. Ставлю сюда кирку, пережариваю уголь. Нет, ставлю сюда кирку, ставлю сюда уголь, пережариваю кирку. Нет, ставлю сюда кирку, ставлю сюда... Опа! Подождите, я поставил сюда уголь наверх, и мне дался вот этот камень. Неплохо, неплохо. Так, а с камнем что мне нужно сделать? А, с камнем мне нужно сделать все же кнопочку, потому что тот блок, который больше всего выделяется на карте, это телепорт на следующий уровень. Вот, да. Так. Ага, ага, паркур, значит, да? Паркур. Не все так просто, да, как кажется. Не все так просто, как кажется, да? То есть я прыгал, а здесь какой-то невидимый блок. Хорошо. Опа! То есть, хорошо, это или сундук какой-то, или мне нужно сюда будет поставить кнопочку. Подождите. Да, мне туда нужно будет поставить все же кнопочку, как я подозреваю. Хорошо, что я могу сделать? Как мне забраться к этому сундуку проклятому? Ядрен батон. Да твою ж так! Да твою мать! Так, хорошо, я прыгнул сюда в центр. Здесь я умер. Если я прыгну вот сюда, здесь я тоже умру. Матерь вашу. Папа! Сейчас налево. Оп, опа! А налево можно запрыгнуть. Так. Опа! Я смог открыть сраный сундук. Хорошо. Это просто прекрасно. Сейчас прыгаем сюда вниз и ставим кнопочку вот сюда. Сейчас мне нужно как-то в воздухе на нее нажать. Хорошо. Хорошо. Я промолчу. Я понимаю то, что не все так.
Да почему у меня тут спринт перестает работать? Ядрить твою задницу, создатель этой кары. Вот смотрите, ребят, нажимаю на спринт, вот, начинаю разгон, прыгаю. И здесь у меня спринт... Идите в сраку. Оп, хорошо. Так. Опа! Так, хорошечно. Следующий уровень. У меня есть... у меня сейчас башка взорвется, или я дальтоник. У меня есть фиолетовый блок, который называется зеленый. И у меня есть зеленый блок, который называется фиолетовый. Что за хрень сейчас была? Почему я провалился между блоками? Подождите, я прыгнул на этот блок, я провалился. Я чуть ничего не понимаю. А если я возьму зеленый блок в руку? А если я возьму... Ядрёна мать, как это сложно! Хорошо, то есть я запрыгну сюда, мне нужно будет прыгнуть сюда. Да вы чё, охренели, что ли? Подождите, а куда мне дальше прыгать? А-а-а! Чё ж это так сложно? Не, это вот это реально слишком сложный уровень. Мне нужно запомнить все, где здесь находится. Подождите. То есть я прыг... А куда, чё, как, зачем? То есть я прыгаю потом отсюда, вот сюда, кого, чего? Я ни хрена не понимаю, что в этой жизни происходит. Подождите, а куда мне прыгать нужно будет? Опа! Дропа. Чина, опа! Опа. И потом... Оп! Прекрасно, а дальше куда? В смысле, что за невидимые блоки? Дайте валерьянки, дайте, пожалуйста, успокоиться, что да. Так. Ну пока у этой карты. Фу! Чик-борщ моей прекрасной бабушки! Я манал эту карту во все ее дыры! Во все! Вы слышите? Во все! Я во все дыры манал эту карту! Ага. Если я сейчас упаду, я выпрыгну в окно. У меня этаж очень большой. Я очень высоко живу. Если что, знайте. Раз, два, три. Мать твою за... Эппа! Я перепрыгнул! Весь экран уже плевал от нервов. Фух, так, ладно. Раз, два, три. Да! Фух, все. Все. Фух, слава богу, я прошел. Пока эта карта очень даже хорошо справляется, то, что она меня троллит. Я ненавижу Redstone, если вы не знали. Наверное, плохая идея, то, что я начал проходить все эти карты, потому что они мне не нравятся. Почему вот эти блоки у меня не забрались? Ну ладно, ничего страшного. Что мне делать с этим... Чтобы вы понимали, я просто на рандом сейчас что-то тыкаю, что-то тыкаю на рандом, просто беру и тыкаю в надежде то, что ну сейчас что-то да у меня заработает. А что здесь должно заработать, я не имею ни малейшего представления, потому что я вообще ни хренашеньки не шарю в Redstone. Просто нифигашеньки я не шарю, что мне здесь нужно нажимать. Здоровеньки булы, ядрёна коротышка, а что мне здесь делать? У меня такой вопрос. Что? Окей, шо? Ай! Ага. Шо? Будем розмовляти українською мовою. Шо, матушку вашу, здоровеньки були, а шо мені треба зробити тут? Я нічого не понімаю, не розумію вообще нічого. Сало, горілка і два шматка кабачків. Що мені тут треба нажати, щоб вибратися із цієї западні? Що мені робити тут, мать? Па-п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 а-
А чё дальше мне делать? Алло? Да, какая хорошая, какая хорошая идея запиндюлить кнопочку мне просто на голову. Ага, что эта кнопочка делает? Ох, давайте переведем. Ты на самом деле думаешь, что это было бы так просто? Что ты нажмешь на эту кнопочку и ты перейдешь на следующий уровень? Да хрен его знает! Кто его? Давайте еще раз нажму. Вот давайте. Давайте еще раз нажмем. Кто его знает? Давайте еще раз. Возможно, сейчас все заработает. Нет, не работает. Ну, кто его знает? Может, тут просто кнопочки где-то находятся за этими блоками. Все возможно. Да, как? Как? Опа, вот как это работает. Фух, так, хорошо. Паркур, значит, да? Значит, паркур. Сколько здесь блока? Тут реально допрыгнуть? Твою матушку за ногу! Опа, я здесь вижу что-то. Здесь что-то есть. Видите, кнопочка? Я отсюда снизу вижу то, что там что-то торчит. Нужно потом наверху будет посмотреть. Я перебежал! Да как так-то? Как в этой жизни? Да, да. Фу, неужели? Чё? А за... Он сказал в чате, написал то, что нет, это не эта кнопочка. Дал. А ты случайно нахрен не хочешь пойти в одно место, мать твою? Неужели вот это? Да, да, знаю я эти карты. Дебильные. Где-то вот здесь. Где-то... Оп! Все быстро в коме так написали! Я больше никогда в жизни не буду проходить эти дурацкие карты. Я забыл, почему я их не перестал проходить. Потому что ты сидишь и записываешь ролик 30 минут, чтобы для вас он получился 12-15 минут. О, ну-ка, ну смотри. Я аж слова забыл, как произносить вслух. У него почти получилось. У создателя этой карты очень даже почти получилось меня затроллить. Ладно, если ты хочешь, чтобы я чаще проходил такие карты, если ты хочешь, чтобы они выходили реально как можно чаще, хоть каждую неделю или каждые там несколько дней, ставь лайкусик прямо сейчас, я обещаю, если мы с тобой наберем 30 тысяч лайков прямо сейчас, я сразу же выпущу следующую серию. Хоть у меня, наверное, сейчас нервные клетки испортились примерно на 10% после прохождения этой карты, ну, вся вот эта бомбежка осталась за кадром, я хотя бы у тебя реально попрошу поставить лайкус. Не будь саркотанцей, 30 тысяч лайков, я обещаю, то, что сразу же выйдет новая серия. Я скажу всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.